Привет, зрители моего канала! Сегодня у нас пустые баночки, которые закончились в июне месяце 22 года. Давайте начнем с больших. У мужа закончилась пена для бритья. Покупали в светофоре, называется Аркамен. Уже, наверное, раза три такую брал. Сейчас, правда, там такое не продается. И у него какая-то другая. Но этой вот банки хватает надолго. Тяжелая, когда покупаешь, прямо вот... В руке очень даже весит тяжело, значит, в принципе, там много пены, и пользуется он долго. Раз он покупает ее три раза, значит, она хорошая, всем советую. По-моему, стоимость тоже невысокая, в районе 100 рублей была, если я не ошибаюсь, конечно. Могу чего-то попутать, поправьте меня, если я не так сказала. Но так как покупали уже давно, я уже успела забыть, но почему-то кажется, что она стоит недорого. Муж пользуется с удовольствием, она очень пенится. Когда он выходил из ванны, показывал мне на лице эту пену, был прям весь такой белый, в хорошей-хорошей густой пене. Так, давайте следующая, неожиданно высокая баночка закончилась, неожиданно, да, для меня. Антицеллюлитный крем-скульптор от Faberlic Expert. Это программа «Идеальное тело». Не знаю, стояла, вдруг я решила ей попользоваться. Этой банкой. Крем-скульптор, в принципе, очень похож на лосьон для тела, но в него входят какие-то такие составляющие, которые делают антицеллюлитный эффект. Так разогревают, пощипывают. Очень даже существенно чувствуется, что... Такие какие-то локальные возникают чувства жжения. В общем, чем старше становится вот этот крем, тем меньше этот эффект. У меня он был не очень свежий, поэтому я вот помню, как мы только начинали им пользоваться, он прямо вдрал, я бы сказала, такой прям, ну, терпеть было даже, ну, как-то не очень приятно. Но вот сейчас он уже немножко ослабел, и мне прям вот было комфортно им пользоваться. Но так, конечно, не надо делать, потому что эффект-то, наверное, скорее всего, уменьшился по-любому. Но, в общем, понравился по своей консистенции. Пользовалась как лосьоном для тела, скорее, чем вот для какого-то разогревающего эффекта. Сейчас достала вторую такую баночку. Он достаточно большой объем имеет. В общем, вот так вот у меня было его на начало месяца, июня. И вот за месяц я эту половинку истратила. Вот сейчас взяла... вторую такую, 150 миллилитров, не знаю, буду пользоваться или нет. Ну, не могу сказать, что он мне понравился, просто использовала только потому, что он у меня куплен, как-то выкинуть тоже. Рука не поднялась и, в общем-то, использовала, ну, нормально. Вот, я же повторяю, как лосьон для тела сойдет, вроде как увлажняет даже нормально так. Не знаю, какой там эффект антицеллюлитный, заметила я или нет, но, в принципе, сейчас у меня как-то вот получше. Вот. Может быть, то, что я вот в Крым съездила, как-то загорела. В общем, сейчас более-менее я в форме нахожусь. Так, давайте следующий гель для душа покажу. Вот тут я, конечно, да, пользуюсь. Закончился от Senses, серия Senses Avon. Ароматерапия, гель счастья с ароматом граната и фрези. Очень приятный аромат. Настолько мне понравился, прям кайфовала, когда пользовалась. Заказала сейчас в новом исполнении. Такой круглый. Вот было вот так на начало месяца. Вот использовала с большим удовольствием. Сегодня, наверное, его уже потрачу, остаточек вот этот вот. Так, у сына, который у нас жил, тоже закончился вот такой гель. Тоже из этой же серии, освежающая коллекция, морская свежесть с ароматом морской соли и влажной древесины. Давайте я понюхаю, потому что я им не пользовалась. Ну, очень приятно, свеже пахнет, мужской такой освежающий летний гель, приятнейший аромат, возможно, ему понравился, что-то я отзыва не слышала, но я знаю, что очень нравится всем, поэтому, конечно, я рекомендую эти гели, просто шикарная серия Avon, все их знаете и пользуйтесь. Так, еще у сына закончился вот такой
шампунь, кондиционер и гель для душа. Я не знаю, в каком качестве он пользовался. Мне кажется, и как шампунем пользовался, и как гелем. Очень тоже хороший. Он меня несколько раз просил купить. Так. Но вот этот пахнет более так, ну, как-то тяжелее, чем первый. Но сыну очень нравится. Вот здесь еще охлаждающий эффект присутствует, 3 в одном. Баночка 200 мл, хоть и кажется такой маленькой, но хватает тоже надолго. В Avon есть таких 3 вида. Есть от перхоти, вот охлаждающий, по-моему, классический какой-то вариант. Сын сказал, все хорошие, вот только который против перхоти просил не покупать больше. А вот эти ему нравятся. Такие баночки. Давайте покажу следующую баночку. Это шампунь от Avon. Что-то у меня в этом месяце сплошной Avon. Ну, так бывает. Шампунь с ароматом цветка лотоса и базилика с витаминным комплексом. Заявлено как 2 в одном шампунь и ополаскиватель. На самом деле я пользовалась им с гелем, с кондиционером для волос. Но на самом деле шампунь очень мягкий, хорошо промывает волосы. Вот на самом деле приятно им пользоваться, когда у вас волосы пересушены. Он очень нежный, очень шелковый такой, приятный аромат и не пересушивает волосы. Как-то они прям такие живые после этого шампуня. Сейчас у меня уже другой шампунь, и разницу я чувствую очень сильно. Другой очень меня обезвоживает волосы. Вот этот очень, наоборот, увлажнял как-то волосы. Даже кондиционер я просто по привычке пользуюсь, ну, не могу без него, как-то привыкла уже. И хочу вот этот шампунь похвалить. Очень приятный, очень понравился. И, кстати, надолго хватило. Я думала, я его там, ну, за месяц-полтора быстренько потрачу, но нет, хватило больше, чем на 2 месяца. Хороший. Ну, как бы покупать такие больше, наверное, не буду, потому что, во-первых, сейчас большие форматы только продаются, скорее всего, но мне уже хочется какими-нибудь другими еще попользоваться. Слишком большой соблазн, много разных продается, поэтому вот, которые мне средства очень понравились, прям вот как гель в середине счастья, вот такие я вот второй раз повторила. Если я не покупаю второй раз, можно, значит, без этого средства, в принципе, обойтись. Хотя, ну, такое хорошее. Наконец-то я прощаюсь со своим мучеником, дезодорантом-антиперспирантом. Это испанский дезодорант, спрей, покупала в Литуале, в наборе. Это Adidas. Get Ready, в общем, надоел, не знаю, я с ним почему-то мучилась. Такой аромат у него какой-то, ничего особенного. Ну, в общем-то, справлялся, конечно, со своей задачей, но такой он навязчивый, и, в общем-то, мне не нравилось им пользоваться. На самом деле, я, видимо, медленно им пользовалась из-за того, что вот аромат как-то мне не очень подошел. Так, за месяц закончилась вот эта маска, она была совершенно целая, я каждый день ей пользовалась, потому что срок хранения у нее истекал в этом, ну, в июне. Вот, ровненько уложилась за 30 дней, была, в принципе, целая, мне кажется, я ее даже никогда, ну, не открывала до этого. Крымская маска от царства ароматов, живые маски. Это со спирулиной, с экстрактом розы, была такого бледно-зелененького цвета. Очень понравилась маска, хорошая такая, знаете, такое действие сразу чувствуется, начинает пощипывать лицо в первую минутку, так, как-то вот такое небольшое жжение, видно, что какой-то процесс идет. В общем, хорошая после нее кожа была, и каждое утро вот пользовалась, кроме тех дней, когда я вот на работу ходила рано. В принципе, на месяц хватило, вот из 4 дней я 3 пользовалась, то есть в течение месяца очень налегла, не знаю, можно так или нельзя, здесь, в принципе, написано, что надо пользоваться сколько, здесь даже нету, по-моему, да, сколько раз в неделю можно пользоваться, ну, наносила я, да, вот тут 10-25 минут я где-то так и наносила. Она у меня пролежала, конечно, долго, потому что у меня клубничная была до него, очень классная масочка. В общем, я довольна, из этой серии буду всегда покупать. Единственное, кто не любит яркие ароматы, эфирные всякие отдушки, то, может быть, вам не стоит. А так прям
очень чудесная масочка. Мне так нравится вот эта серия. И сейчас у меня еще есть другая. Так, перейдем дальше. Крымская косметика у меня еще не закончился. Вот крем для лица. Это ночной крем Королева Крыма Роза. К сожалению, баночку я где-то выкинула уже. Она была вот такой расцветки. Если будете в Крыму, вот такая серия. Ой, вверх ногами вам показываю. У меня еще масочка такая вот не закончилась. Вот такой расцветки коробочка. И вот в ней такая баночка. Очень понравился крем. Такой он розовенький, такого же цвета, как вот и баночка. Вот все полностью израсходовала на ночь. Он не сильно густой, не сильно жидкий. В общем, все как надо. На лето подходит. Очень я довольна. Обожаю крымские кремики для лица. Сейчас у меня другие уже. Так, дальше покажу. Для лица дневной у меня закончился вот такой тающий крем для лица с экстрактом ласточкиного гнезда. Это Тайянь, китайский крем. Не смогла удержаться, заказала себе на Озоне еще. Здесь я покупала за 207 рублей. На Валберис в Озоне стоит подороже. Сейчас все подорожало. Это я еще давно покупала. Очень шикарный крем. Вот так захотелось повторить, что купила. Ну, вот еще не привезли, жду. Вот, уже стоит, конечно, гораздо дороже. По-моему, раза в полтора, там 300. Ну, в общем, я не помню, за сколько-то я купила набор. Видела за 650 наборы из двух таких средств. Но купила чуть-чуть подешевле, в общем. Где-то так примерно стоит. Обалденный крем такой, на самом деле тает на лице. В общем, очень нежный, подходит даже подросткам, но я прям в восторге. Поэтому вот решила такой купить. И еще такой, я знаю, продается крем для кожи вокруг глаз, тоже когда-нибудь куплю. Так, и ну, хочется немножко поругать вот такой вот гель. Это неожиданно для меня получилось, что я вот такой буду этот гель ругать. Это Avon, серия Planet Spa. Никогда не думала, что в этой серии мне что-то не очень понравится. Но на самом деле этот гель баловство. По сравнению с крымской косметикой, опять же, с Новосвитом, который я тоже когда-то ругала. В общем, этот просто увлажняющий. Тут заявлено ультраувлажнение, разглаживание. Разглаживания, конечно, никакого нет, но вот увлажнение есть. Прозрачный гель с перламутровым розовым свечением, такие там частички, какие-то блесточки, видимо, чтобы, может, как-то они там перекрывают морщинки, не знаю. В общем, я ничего не заметила такого хорошего. Вот, значит, использовала, больше такой не хочу. И из этой серии тоже для глаз больше покупать не буду. Я знаю, что есть еще там всякие черные с икрой. Ну, что-то, в общем, как-то ничего особо мне он не делал с глазами. В общем, от крымской косметики он очень отстает. Ну, в общем, вы поняли, что я фанат другого производителя, поэтому не знаю, какой-то, мне кажется, он детский. Наверное, вот совсем молоденьким девушкам понравится, возможно. Но я вот больше люблю кремообразные текстуры, чем вот такие гели. Так, давайте следующее средство. Закончился на работе от Oriflame. Такой дезодорант роликовый. Valar Forever. Ну, не знаю, тоже как бы медленно у меня ушел. Несколько, мне кажется, больше года у меня был там какой-то такой, ну, аромат, знаете, роза, да, но роза как бы не очень хорошо аромат розы в таком качестве использовать, когда потеешь, в общем, как-то не очень сочетание такое приятное, и вообще отдушка мне не понравилась, не знаю, просто как-то... Ну, тоже неохотно пользовалась. Сейчас я взяла крымский дезодорант. Намного мне приятнее пользоваться на работе. Так, давайте следующий. Давайте для полости рта покажу. Закончился тоже на работе. Вот такое средство. Освежитель для полости рта с ароматом мяты. Покупала в аптеке в обычной. Альбадент. Очень даже хороший. Нормальный. После обеда пшикнуть... Вполне освежает полости рта хорошо. Ну, нормальные. Я раньше такие все время покупала. Сейчас как-то забыла про такие средства. И, в общем-то, не пользуюсь на работе уже. Ну, вот последний закончился.
Так, дальше покажу. У мужа, как всегда, зубная паста. У него в этом месяце две закончилось. Ну, там вы видели, были остаточки, поэтому давайте. Вот это вот синенько-голубенько, очень ему нравилось. Сейчас она каких-то баснословных денег стоит. В общем, что-то сильно очень подорожало. Вообще, я хочу, чтобы он мне помогал мои пасты тратить, поэтому, ну, если купит себе Colgate, то купит, а так я специально покупать не буду. Вот еще вторая, тоже ему понравилась очень, но он, конечно, первую больше любит. Вот эта вот такая серенькая, она белая с черными такими включениями угля, наверное, какого-то, тоже хвалил, все ему здорово, понравилось. В общем, вот так вот. Фанат Колгейта. Как я фанат крымской косметики, так у меня муж фанат Колгейта. Так, дальше давайте покажу. На работе у меня закончился бальзам для губ. Второй у меня такой же уже. Первый у меня в прошлом месяце закончился. От Oriflame. Вот такой вот с витамином Е и маслом канолы. Тут немножко осталось. Вот. Но я уже неудобно пользоваться. Царапается вот об эту вот. Ну, об этот край. И я, вы знаете, из остаточков бальзама делаю новые, расплавляю в ложечке все остатки. Получаются иногда очень интересные сочетания. И обязательно я его оставлю, этот остаточек, и сделаю из него, ну, смесь с другими. Так, давайте мыло покажу. Помните, у меня было вот мыло ручной работы, зелененькое такое, гелевое. Универсальный аромат, подходит мужчинам и женщинам. Это мыльная сказка, ивановская работа. Вот, ВВВ мыло 37. Была, знаете, такая, и сейчас есть Ифтекс 37. Я вот там покупала постельное белье в Иваново, и мне вот в качестве подарка пришло мыло вот это. Ну, не буду особо о нем распространяться. Хорошее мыло, пахнет мылом, никаким там не косметическим ароматом, просто мыло туалетным, ну, таким хорошим ароматик такой обычный. Так, вот такое еще было мыло у мужа, Флора Люкс, мыло алоэ. Это сделано в Киеве. Ой, нет, вру, что-то я вам, нет, в Киеве это что-то другое. У меня сейчас Донецкая мануфактура. Да. Ну, в общем, мыло как мыло, зелененький такой нежный аромат, нормальный, цветочный, в общем-то, ничего такого вот фантастического. Ну, хорошо летом такие, оно кремовое такое, нормальное. У нас я таких не видела, конечно, это нам в санатории дали. Так, дальше закончилось у меня вот такой вот омега-3,6,9 от Фаберлик, витаминки, фитополис. Давайте я тут оставила, вот покажу, как это выглядит. Вот такие капсулки, очень хорошие, приятно принимать. Форма очень такая обтекаемая, хорошо уходит. Ну, в общем, приятные. Я вообще всегда пью омегу. Ну, летом может быть поменьше, а так вот, конечно, принимаю. Так. Дальше покажу салфи. Ой, эти сейчас ушные палочки ватные закончились. Вот совсем не понравились. Какие-то они растрепывались и были не очень. Не знаю, где такие продаются. Муж откуда-то притащил. В общем, ну, плохенькие, я бы сказала. Релакс эти. Не знаю, где такие делают. Так. Ну, что-то тут, не знаю, не найду производителя. В общем, какие-то дешевые и не очень хорошие, видимо. Так, дальше. Ватные диски вот такие закончились. Cotton Pads. Вот тут что-то по-чешски, по-моему, даже написано, да? Давайте покажу, как это выглядели. Очень тоненькие, вообще тонюсенькие. Тоже не советую покупать. Очень какие-то вообще настолько тонкие, что чуть ли не просвечивают. Пользоваться очень, ну, неудобно. Мне больше нравится потолще. Вообще совершенно какие-то тонюсенькие. Не покупайте такие. По-моему, я не знаю, мне кажется, то ли фикс прайс муж покупал. Где-то вот тоже. Не я покупала точно. Так, и давайте я немножко вам продуктовых покажу коробочек. Я вот недавно покупала, показывала видео, вот такие супчики. Сварила вот этот суп. Полезно. Давайте обедать.
На Валбересе вот продаются такие крестьянский суп. Очень интересный суп получился, необычный. Вот хотя его долго варить, и 5 порций, но у меня такая кастрюлька приличная получилась. Я сварила бульон, туда картошечки сама, морковочки, по-моему, даже. И вот этот состав высыпала. Тут, знаете, чем необычно? Что здесь вот есть и горох, и перловка, и рис, и чечевица. Вот настолько интересное сочетание. Как-то вот никогда бы не подумала, что это все вместе можно есть. Суп получился такой прикольный. На самом деле съели с удовольствием. Нормально. Достаточно вкусный. Но, конечно, он стоил не очень бюджетно. Что-то где-то я тут писала. Да, вот 157 рублей вот эта коробочка. Единственное, конечно, тут хорошие отзывы, там рекомендации без глютена. В принципе, хороший, но можно дешевле взять. Не знаю, покупать, наверное, не буду повторять. Вот очень понравился вот этот харчо тоже Валберес. 25 минут и готово. Отличный харчо получился, просто вкуснейший. Я вот так не могу сама приготовить без пакетика в таком сочетании. Стоил 111 рублей на момент покупки. Видела его дешевле даже. В общем, вот этот суп я очень советую. Если увидите, берите. Тем более он бывает где-то, мне кажется, я то ли в Светофоре видела, то ли где-то я еще их видела. Но сейчас нигде нет. Вот на Валбересе 8 порций в этом пакетике. Отличный. Кстати, пришла я в Пятерочку, и там на 4 порции стоит 55 рублей пакетик супа. То, что там харчо продавался, я видела, но здесь 8 порций, и цена в 2 раза ровно дороже. Ну, то есть ничего такого, как бы, недорого, я считаю, для 8 порций. В общем, отличный. Буду повторять, когда у меня закончится. Еще попробовала один гарнир. Вот такой райсад. Постный продукт, овощи с гречкой, гарнир к мясу. Я тут недавно жарила мясо, много у меня было так на сковородочке кусочков. И я прямо вот в это мясо добавила так водички немножко, и вот этот гарнир туда высыпала. Получилось достаточно много, прям вот, ну тут написано 2 порции, но получилось так увесисто, я бы сказала. Такая полная сковорода гарнира с мясом, очень даже вкусно. Так что тоже советую. Нарисовано, конечно, тут, ну, с травкой, ну, картинка, конечно, слишком приукрашена. Тут, видимо, надо помидоры добавлять и зелень. Я не добавляла. Вот получилось только гречка, морковочка, там какие-то приправки. Очень даже вкусненько. Ну, в общем, советую тоже. Это был набор из 4 вот таких гарниров разных. Вот. Так что не помню, сколько набор стоил. В общем, в наборе 4 штуки. Кучу такую навалила. Ну, на этом все. У меня пустые баночки в этом месяце закончились. Со всеми прощаюсь. До следующего видео. Всем пока!